особенный камень Гекко. Зачем мы опять идем в музей? Мы уже были на выставке магнитных камней. Я знаю, я потерял там свой особенный камень. А я всегда ношу его с собой. Не волнуйся, я вчера делал фотографии. Может, на них есть твой камень? Вот он! Я положил его, когда делал фото, а потом забыл забрать. А что особенного в твоем особенном камне? Это что, подарок? Да, дядя мне его подарил. Это супер редкий камень с Луны. Он очень клевый. Я всегда и везде его с собой носил. Давайте его заберем. А? Ого, как это все здесь оказалось? Все такое большое и очень тяжелое. Как я теперь попаду в музей? Он все равно закрыт. А? Вчера ночью кто-то украл все магнитные камни с выставки. О, нет! Значит, мой особенный камень был украден вместе с остальными. Кому понадобилась кучка магнитных камней? Может, тому, у кого уже есть магнит? Лунный магнит! Лунной девочке! Конечно! Герои в масках спешат помочь! Вперед, герой! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. А Майя превращается... В Олет! Да! Грег превращается... В Гекко! Да! А Коннор... Кэтбоя! Герои в масках! Давайте быстрее! Чем скорее мы найдем лунную девочку, тем скорее я верну свой особенный камень к самолету! Ой, Олет, что происходит? Похоже на мощное магнитное поле. Надо отсюда улетать. Нет, если это делает лунный магнит, значит мой камень где-то рядом. Нам надо все камни отыскать. Постарайся, Олет. Постараюсь, только держитесь, потому что в полете будет трясти. Лунный луч поднял поезд? Он ведь очень тяжелый. Посмотрим, как лунная девочка это делает. Просто супер! Мой ультрамагнит стал очень сильным. Теперь я могу получить все, что угодно. Совиный взгляд? Теперь ясно. С помощью магнитных камней лунная девочка сделала свой магнит супермощным. А мой камень здесь? Я думаю, да. Я схвачу лунный магнит. Опустить когти! Погоди, не стоит! Вдруг они мой камень раздавят? Супер-захват! Гекко, твой камень не стоит того, чтобы рисковать! Вернись! Мой супер-захват не подведет! Я схвачу магнит, когда мы будем пролетать мимо! Хорошо, Гекко, но давай хотя бы включим бесшумный режим. Мы незаметно подберемся к лунной девочке. У тебя есть то, что принадлежит мне! Кажется, у нас гости! Лунный магнит! Взять негодников в масках! Гекко, зачем ты закричал? Извини! Я был очень зол из-за того, что лунная девочка украла мой камень! Гекко, это всего лишь камень! Задание важней. Мы должны все камни вернуть, забыл? И обезвредить этот супермагнит, пока... Ложитесь! Ха! Вам, недогероям, не справиться с моим ультрамагнитом. Ловите! Суперкамуфляж Гекко! Ай! Есть! А? Thank you.
нужна твоя помощь! Гекко! Ха! Попалась! Эй! Подойди! Отстаньте! Гекко, ты в порядке? Да! Эй, ты должна вернуть камни в музей! Отдай хотя бы мой камень! Белый, вон тот! И лишиться возможности получать все, что я хочу? Ну уж нет! Это особенный камень! Особенный? Что в нем такого особенного? Отдай камень! Пожалуйста! Это лунный камень! Лунный? Спасибо за идею! Что? Ты о чем? Все просто, котеночек! Зачем мне всякая мелочь, если я могу луну заполучить? Она будет только моей! Спасибо, чешуйчатый! Нет, ты не можешь! Это глупо и очень опасно! Меня это не волнует! Я хочу получить луну! Извините, ребята. Я не хотел подавать ей идею. Просто вырвалась. Все в порядке, Гекко. Но надо ее остановить. Использовать самолет слишком рискованно. Она может притянуть его супермагнитом. Не волнуйтесь, у меня есть план. Но ты должен выполнить свою задачу, а не пытаться вернуть камень. Я понял, Кэтбой. Хорошо, каждый из нас разберется с одной из трех проблем. С лунной девочкой, магнитом и мотыльками. Вот что мы сделаем. Ха-ха! Отлично! Лучшая вещь на свете будет только моей! Лунный магнит! Достань мне луну! Есть! Благодаря моему ультрамагниту ты станешь моей! Только моей! Мы этого не допустим! Этого делать! Я поймал мотыльков, а Олет отвлекает лунную девочку! Хватай магнит, Гекко! Мой камень! Но, Гекко, это всего лишь камень! Хватай магнит! Давай, скорей! О, ну он так близко! Луноборд, вперед! Глупый камень. Но это всего лишь кусочек луны, а я хочу ее всю. Спасибо, что помог. И все из-за одного камня. Теперь ты меня не остановишь, чешуйчатый. Лунный магнит, достань мне луну! Жучки-паучки, и правда, я сорвал наше задание из-за камня. Настало время героев! Кыш, кыш, кыш! Ух! Спасибо, Гекко. И что теперь делать? Я знаю, как ее остановить. Все, что надо сделать, это выбросить мой камень. Отличная идея, Гекко! Ненадолго, зеленый гремлин! Совиный ветер! Эй! Скорей! Пока она занята, давай все магнитные камни заберем! Кошачий прыжок! Один есть! Отдай! Ты гадкий вор! Камни у нас! Теперь твой магнит уже не сможет притянуть луну! Ха! Зато он сможет сделать это! А я могу вот что сделать! Использовать супермышцы! Счастливо, лунная девочка! Я вам за это отомщу! Ну вот, луна снова на своем месте! А
без этих камней ее лунный магнит больше не сможет ее притягивать. Ты поступил благородно, пожертвовав своим особенным камнем. Ты не переживаешь? Нет, но нам еще много чего предстоит сделать. Надо убрать ракету и поезд, которые лежат перед музеем. Мы вместе это сделаем! Герои в масках! Вот эта ночь! Мы снова всем смогли помочь! Зачем мы снова пришли в музей? Мы пришли, чтобы купить тебе новый камень в магазине подарков. Он не будет таким особенным, как твой, но... О, спасибо! Но мне уже не нужен особенный камень. Это всего лишь вещь! А вещи не так уж важны. Хотя, наверное, мой камень и правда был особенным. Он помог нам спасти мир. Может, мне стоит купить новый? А может и нет. Или все же стоит? А может, нет. Хорошо, что нерешительность не входит в число твоих суперспособностей. Да, а то бы мы ничего не могли сделать. Кэтбой и лунный купол. Смотрите, это разбрызгиватель! А я умею волну делать! Смотрите, это робот! Никого не напоминает! Я тебя люблю, Ромео! Надеюсь, мы удачно выступим на школьном танцевальном конкурсе! Я тоже надеюсь! Я даже разучил новое движение! Супер торнадо! Что это за движение? Я видела его по телевизору! Оно выглядит так! У-ха! И правда крутое! А как его делать? Надо встать на цыпочки, поднять одну ногу, отвести руки в бок и сделать вращение. Теперь ты. Одну ногу поднять, отвести руки в бок и... Ну хватит, это не смешно. Это движение мне не понравилось. Ты его полюбишь, как только освоишь. Я знаю много классных движений. Я обойдусь без этого. И я не хочу, чтобы надо мной смеялись. А? Птички-невелички, мотыльки? А? Это приглашение от лунной девочки. Готовы к чудной вечеринке? Возьмите обувь для танцев. Встречаемся вечером у вашего штаба. Она приглашает нас на вечеринку? Это слишком странно для нее. Может, ей надоело быть злой, и она хочет заключить мир? Танцевальный вечер – это отличная мысль. Можно движение отработать. Например, супер-торнадо, Коннор! Я не хочу идти. Чудная вечеринка. Это подозрительно звучит. Хотя, может, это повод пойти? Выяснить, что она задумала. Герои в масках спешат помочь. Сегодня нас ждет танцевальная ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. А Майя превращается... Грег превращается... В Гекко! Да! А Коннор... В Кэтбоя! Герои в масках! Раз, 2, 3, 4, 5! Будем весело плясать! Похоже, вечеринка уже началась! Идемте! Спасибо за приглашение, лунная девочка! Добро пожаловать! Стоп! Это ведь школьные колонки! Да! Ты одолжила школьное оборудование? Я его не одолжила, а украла! Для нашей вечеринки! Для вас, негодники в масках! Гостей так не называют! Гостей? Нет, гости уходят, когда захотят! А вы... В общем, думаю, сейчас вам все станет ясно. Что? Вы в ловушке, простофили в масках. Из лунного купола вам не сбежать. А я думал, ты помириться хочешь. Нет, прости. О, еще момент. Из купола нет выходов ни сверху, ни сбоку, и под землей их тоже нет. А пока вы здесь, я собираюсь украсть все остальное оборудование. Что? Не хочу, чтобы другие веселились на танцах. Вечеринка будет только у меня.
Частички-невелички! Если она все украдет, танцевальный конкурс отменят. Мы не сможем свои движения показать. Ящерки в ящике! А я так хотел робота показать! Мы не можем позволить ей испортить всем веселье! Мы должны отсюда выбраться! Я знаю как! Супермышцы Гекко! Я не могу его сдвинуть! А я не могу пробить! И она ведь сказала, что под землей выхода тоже нет. А если ты раскрутишься как вихрь, ты можешь проделать тоннель. Это отличная идея. Это будет прямо как то танцевальное движение. Что ж, наверное, сходство и правда есть. Надо только его отработать. Я не хочу упасть, как в тот раз. Это был настоящий позор. Давайте что-нибудь другое придумаем. Ты сможешь. Я покажу еще раз. Давай, просто встань на цыпочки. Подними ногу, а потом крутись! Только на суперскорости! Ну что ж... Просто смех, котеночек! Жаль, ты не сможешь показать свои движения на моей вечеринке. А для настоящей вечеринки нужно вот это! Мы тебя остановим! Вряд ли, пока вы под куполом! Счастливо, паиньки в масках! Часть купола и правда находится под землей. Может, у вас супер-торнадо лучше выйдет? Это не поможет. Только ты можешь крутиться достаточно быстро, чтобы вырыть тоннель. Может, есть другой вариант? Итак, на счет три вместе толкаем купол. Он не выдержит общую силу нас троих. Готовы? 1, 2, 3, вперед! Используем супермышцы! Совиный ветер! Кошачий прыжок! Неплохие движения, негодники в масках. Не готовы к вечеринке? А я подготовилась. Я обожаю шарики! Особенно, если они принадлежат другим. Попробуй сделать торнадо. Я знаю, ты сможешь. Эй, Кэтбой, давно крутился в последний раз? О, нет, я забыла. Ты не можешь, а я могу. Ящерки в ящике. Мы никогда отсюда не выберемся. Нет, если Кэтбой не сможет... Придумать новый план. Я придумал. Я не могу сделать торнадо, но я могу быстро бегать. Я могу развить такую большую скорость, что купол поднимется в воздух. Кэтбой выходит на максимальную скорость. А? Кэтбой долго не сможет так бегать. Ой-ой. А, вы решили раскачать купол? Это лишь вызывает свечение. И, кстати, это очень красиво. Вечеринка становится все веселее. Разумеется, для меня, а не для вас. Кэтбой, я знаю, что ты не хочешь, но... Забудь! Не хочу снова быть осмеянным! Ага! В этот раз я придумал отличный план! Итак, команда, сначала мы выстрелим, а потом используем катапульту. Мы точно пробьем купол! Давайте, огонь! Катапульта! Вечеринка закончена! Катапультирование! Жучки-паучки! Это какой-то кошмар! Смотри! Эти шары могут разрушить наш штаб! Извините, я хотел нас вызволить, но только хуже сделал. И теперь танцевальный конкурс не состоится. Вы не сможете свои движения показать. Есть лишь одно движение, которое нас спасет. Это твое движение! Да! Выбираться можно лишь через низ! А единственный, кто может вырыть тоннель, это ты! Я знаю! Я должен был послушать ваш совет насчет торнадо! Он был верным! Хорошо! Подумаешь, не получилось! Я не подведу вас! Настало время героев! Давай, Кэтбой! Молодец! Да уж, молодец! Насмешил! Она и сцену украла! Теперь танцевальный конкурс точно под угрозой. Я разберусь с этой угрозой. Пусть я 100 раз опозорюсь. Тебе явно стоит стать комедиантом.
отбой, я был рад искупаться. Я это сделаю, несмотря ни на что. Супер-торнадо! Что? А? Нет! Молодец! Тебе удалось! Спасем конкурс! А знаешь, у тебя отличное чувство ритма. Серьезно? Ты не шутишь, котенок? Я серьезно. Покажи, что ты умеешь. Попрыгай, а потом сделай супер-торнадо. О, да, это прикольно! Погляди на них! Кэтбой отлично освоил это движение! Давай вернем все это в школу. Лунной девочке сейчас так весело, что она не будет против. Герои в масках, вот эта ночь! Сегодня мы зажечь не прочь! У тебя отлично получается! Спасибо! Вау! Ого! Отличное движение! Я просто упал! А знаете, я сделаю это своим фирменным движением. Вращение, падение и снова вращение! Кто-нибудь хочет попробовать? Да! Я хочу! Готовы? Кэтбой в квадрате. А теперь испытаем мою новую машину дупликатор. Ромео собрал дупликатор? Я использую суперкамуфляж, чтобы его как-то выкрасть. Потом бросишь мне, а я передам Кэтбою, а... О, есть идея получше. Я утащу его сейчас. Суперскорость! Что? Ой-ой! Кэтбой! Решил повисеть, котеночек! Отпусти его, робот! Супермышцы! Кажется, вам пора отправиться в темный лес! На этот раз давайте вместе действовать. Я вызволю Гекко, а потом... Постой! Я использую суперпрыжок! Суперкамуфляж Гекко! О! А ну отдай! Постой! Что ты делаешь? Перестань! Супермышцы Гекко! Нет! Я с вами еще разберусь, герои! А теперь давайте отвезем этот гаджет в штаб. Герои в масках, вот эта ночь! Мы снова всем смогли помочь! Избавиться от дупликатора сложнее, чем кажется. Правда, мой механический друг? Герои в масках спасли мир! Опять! Хотя это было непросто. Один из нас все время действовал по-своему. Извини, я хотел, чтобы мы победили. Так и получилось. Итак, во что поиграем? В баскетбол, в волейбол, а лучше сыграем в футбол! Только посмотрите на это! Наверное, Ромео опять делает копии предметов. Но как? Ведь дупликатор у нас! Это надо расследовать! Герои в масках спешат помочь! Вперед, герои! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. А Майя превращается... в олень! Да! Грег превращается... А Коннор... Кэтбоя! Герои в масках! Кошачий
слух. Я слышу Ромео. Откуда у тебя дупликатор? Он был у нас! Вот почему вы никогда не будете гениями, как я! Как только я изобрел этот дупликатор, я тут же сделал его копию! Вот она! Ты дуплицировал дупликатор? У него уже трое роботов! Ящерки в ящике! Надо отобрать у него дупликатор! Есть одна идея. Я подлечу и схвачу дупликатор, а потом передам тебе, Кэтбой. А ты передашь Гекко и... И извлеку ту светящуюся штуковину. В этом мне помогут мои супермышцы. Кошачий рев! Он такой громкий, что портит электронику. Стой! Пора сделать еще роботов. Это будет четвертый. Кошачий рев! Спасибо, что помогли увеличить армию роботов! Армию роботов? Именно так! Теперь все, кто живет на Земле, будут мне служить! А если не будут? Тогда роботы их схватят и будут держать, пока они не образумятся! Если роботы так сделают, люди и правда будут его слушаться. Ну ладно, действуем по плану. Шарами огонь! Ладно, видимо, придется действовать вдвоем. Где же этот дупликатор? Совиный взгляд! Вот он! Нет! Сейчас же отдай! Глупая птица! Кажется, кнопку заела! Пушка продолжает стрелять! Все в порядке. Ничего не случилось. Да, я тоже в порядке. Котики-бегемотики! Кэтбой, ты себя клонировал. Я знаю. Я тоже знаю. Почему у него другая внешность и голос? Может, это из-за того, что Кэтбой обладает суперспособностями? Роботы! Там! Верните мой дубликатор! Я хотел клонировать вас, а не героев в масках! Кэтбой, бросай мне дубликатор! Я постараюсь его обезвредить! Не могу! Роботов слишком много! Но если героев в масках, тоже будет больше! Да! Да! Жучки-паучки! Теперь их четверо? Вперед, Кэтбой! У меня есть план, и вы его часть! Мы сейчас обезвредим роботов! Счастливо, роботы! Не торопись! Похоже, у твоих клонов другой план! Что вы делаете? Укатите их подальше! Есть идея получше! Я буду крутить его, пока у него голова не закружится! А я буду кататься на своем, пока он не выйдет из строя! А я буду крутить своего, пока не устану! Это отличное упражнение! Пока! О-о-о! Берегитесь! Ой. Ага! Роботы, схватить героев в масках! Мы должны вернуть дупликатор! Может, теперь мы придумаем план? Дайте мне еще один шанс! Есть еще одна идея! А с этими кэтбоями... Успех обеспечен! Мы изолируем Ромео с помощью бревен. Но как мы вернем дупликатор? А? Я объясню потом. Скорей! А? Нет! Гадкий герой в масках! А я хочу сделать катапульту. Если быстро бежать на бревне, то можно свалить всех роботов. Нет, стой! Бревна нам нужны! И мне! Стойте! Следуйте плану! Пожалуйста! Сделаем, как я предложил! Нет, как я! Вы еще не видели моей катапульты? Это просто ужас! Что с ними происходит? Они делают, что хотят, как ты!
Я могу все исправить. Я верну дупликатор, не волнуйтесь. Кэтбой просовывает лапу и хватает дупликатор. Поберегись! Роботы, хватайте этих негодников! Ты сорвал мой план! Эй! А ты мой! Берегитесь! Ой-ой! Как тяжело! Один клон Кэтбоя пойман. Один клон Кэтбоя пойман. Это катастрофа! Надо было нас слушать! Мы команда, забыл? Извините, я правда забыл. Мои копии тоже забыли. Извини! Настало время героев! Суперскорость! А? Если освободить клонов, то мы сможем победить роботов. Есть идеи, как это сделать? Есть одна идейка! Герои в масках прячутся среди деревьев за вашей спиной. Бросайте кэтбоев и ловите их. Стойте, железяки! Я почти выбрался! Это ловушка! Ну что ж, а теперь используем ваше изобретение! Привет! Ай! Ай! Ой! А вот и остальные! Скорее по местам! За мной, роботы! Что вы задумали? Ай. Роботы ненавидят воду! А теперь последний! Суперскорость! Хватай кота, робот! Нет, нет, нет! Слезай с меня! Получилось! А теперь используй свои мышцы! Но если я испорчу дупликатор, вы исчезнете! Мы не исчезнем! Мы снова станем единым целым! Это именно так! Давай, Гекко! Супермышцы Гекко! Да! Есть! Я вам покажу, негодники в масках! Вы избавились от моих роботов, но от меня вы не избавитесь! Отвезем второй дупликатор в штаб. Герои в масках, вот эта ночь! Мы снова всем смогли помочь! Все вновь стало прежним. Точно так же, как и ты, Конор. Это точно. Так, во что сегодня сыграем? Может, в баскетбол? Футбол! Обожаю футбол! Давайте сыграем! Может, лучше вы выберете? Не торопись, Кэтбой! Ого! Кубок спортивный малыш! Я очень хочу его выиграть, но это будет непросто. Забег с яйцом, забег на трех ногах, забег на мяче. Если бы я использовал суперскорость, я бы легко выиграл кубок. А со скоростью Конора у меня нет шансов. Побеждает самый быстрый. Но скорость – это вовсе не самый главный фактор. Разве ты не слышал пословицу «поспешишь, людей насмешишь»? Это чушь! Побеждает всегда самый быстрый! Конор, ты не туда бежишь! Кубок пройдет на стадионе! О, что ж, я все равно прибегу первым! За мной! Кубок! Он пропал! Смотрите, следы Ниндзелино! Значит, ночной ниндзя украл кубок. Мы должны его вернуть. Герои в масках спешат помочь. Вперед, герои! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. А Майя превращается... Грег превращается... в Гекко! Да! А Конор... Кэтбоя! Герои в масках! Смотрите!
Ниндзя Ниндзялина. Но почему они тренируются? Я уверен, это связано с украденным кубком. В Кэтмобиль! Мы знаем, что это ты украл кубок, ночной ниндзя. Ты должен его вернуть. Конечно, олухи в масках! Если вы победите меня в трех забегах, тот, кто выиграет, получит кубок, и это буду я! Ведь я сильнейший! И не мечтай! Меня никто не победит! Я Кэтбой, самый быстрый ночной герой! Тогда добро пожаловать на мой суперкубок! Я докажу, что ночной ниндзя – самый лучший бегун, которого знала ночь! Лунная девочка? А тебе что тут понадобилось? Ну, я подумала, что вам будет нужен судья. Вроде меня. Злодейка? В роли судьи? Забудь! Она будет тебе подсуживать. О, а ты прав! Так вы согласны или нет? Согласны! С моей скоростью победа нам гарантирована. Даже лунной девочке придется ее признать. Отлично! А кстати, где кубок? Я хочу его увидеть. Не сейчас. Но ты сможешь хорошо его рассмотреть, когда я выиграю. Найди кубок, мотылек. Наверняка он красивый и блестящий. А все красивое и блестящее должно быть моим. Первый забег. Участники должны донести до линии финиша яйцо в ложке. А? Да эй! Победит наглейший! На старт! Внимание! Марш! А? Сейчас! Похоже, пришло время сделать ускорение. Суперскорость! Не торопись, Кэтбой! Воу! Кэтбой! Молодец, ниндзя! О, я победил, победил, победил! Теперь меня зовут Ночной Побединзя! Один забег я выиграл, осталось два! В этот раз я проиграл, но в следующий точно выиграю. Начинаем забег номер два. Но как мы сможем бежать, когда мы связаны вот так? Я не знаю. По-моему, это просто. Эй, это против правил. Я разрешаю бежать, так? Чего вы ожидали? Я же злодейка. На старт, внимание, марш! Вы нашли кубок? Тогда ищите дальше, он мне нужен. Кэтбой, сделай суперпрыжок в тот момент, когда я взлечу в воздух, и мы понесем Гекку. Понял, только давай скорей. На счет три. Один, два. О-о-о-о! Постой, Кэтбой! Я силен, но я не резиновый. Попробуем еще раз, только не торопись. Хорошо. Мы должны идти в ногу. Раз, два, 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 раз. Ловите липкие шарики! Опять он жульничает! Не волнуйся, забег еще не закончен. На счет три. Один, два, три. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Ты же сказал, что у нас есть время! Ты была права! Мы выиграем! Но только если сейчас сделаем ускорение! Вперед! О, нет! Эй! Кэтбой, мы могли проиграть! Но не проиграли! Мы победили! Да, не повезло, ниндзя!
Это все вы виноваты, ниндзя Лино! Ой! Итак, один забег выиграл ниндзя, один негодники в масках. Поэтому, кто выиграет последний забег, получит кубок! Надо выиграть! А так как вам не удалось найти кубок, придется действовать самой. Хорошая новость! Я тоже буду участвовать! Эй! Не волнуйся, ниндзя. Я сделаю так, чтобы ты победил. Если я не стану победительницей... Ты не говорил, что нам придется состязаться с ней? Извини, птичка. Она все-таки судья. С ней не поспоришь. Итак, каждая из команд должна выбрать участника, который будет балансировать на шаре. Оу, я! Я! Никто не балансирует лучше котов. Хорошо, только помни главное. Не торопись. На старт! Внимание, марш! Бой, и мы выиграем! Ой-ой! Если мы хотим выиграть кубок, я должен поспешить! Суперскорость! Я слишком быстро качусь! Я не могу остановиться! Я должен был выиграть! Ой. Ускорение мне не помогло. Чтобы выиграть этот кубок, я должен действовать без спешки. Настало время героев! Эй, мы все выиграли один забег, значит, ничья. Нужен последний, особенный забег. Тот, кто его выиграет, получит кубок. Есть идея. Устроим забег до стадиона на этих шарах. И что в этом такого особенного? Да, мы это уже делали. Но в этот раз вы будете нести яйцо в ложке. Да без проблем. Хорошо, но у нас на головах будут ниндзя Лино. Это будет просто. Котеночек опять напортачит. И я выиграю. И не мечтай, я выиграю. Я знаю, не торопиться. Не торопиться, не торопиться. Поспеши, а то проиграешь, черепаха. Герои в масках, вот эта ночь! Мы снова всем смогли помочь! Конор получает кубок «Спортивный малыш». Кека спасает Рождество. О, Конор, завтра Рождество, а снега так и нет. Да, снега не хватает, но нам и так весело. Ой, я боюсь. Что с тобой? Завтра ведь Рождество. Разве ты не рад? Да я из-за коньков. Я впервые на них встал, и у меня не выходит. Мы поможем. Без коньков Рождество не Рождество. Как и без елки. И без гирлянд и игрушек. Без каких гирлянд и игрушек? О, нет! Куда они делись? Где все украшения?
И дождик. Даже звезда исчезла. Игрушки были такие красивые, и их было много. Они не могли исчезнуть. Видимо, кто-то их украл. Но как этот кто-то это сделал? Ёлка ведь высокая. Мы это выясним. И коньки для этого не понадобятся. Герои в масках спешат помочь. Вперед, герои! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. Да! Конор превращается... в Кэтбоя! А Майя превращается... в Оле! Да! Грег превращается... Похитителю пришлось подняться высоко, а значит, и нам придется. Ты прав. Нам нужен самолет. Это лунная девочка. Ящерки в ящике! Она у всех подарки крадет! А ведь завтра Рождество. Дети останутся без подарков. Лунная девочка, сейчас же верни подарки! Они не твои! Забудьте об этом! Они мои! И Рождество мое! Мое, мое! Эй! Если отобрать у нее луноборд, то она не сможет добраться до друг. А это идея, Гекко. Вперед! Я спущу ее с небес на землю. Совиные крылья! Я никогда не летал на луноборде! Я не смогу им управлять! А! А? Пока, котеночек! Я полетел отсюда! А-а-а! Гекко, ты в порядке? Да, я знал, что не смогу полететь на луноборде. Простите. Все в порядке. Надо ее догнать. Самолет слишком велик для такой погони. Олет, ты лети за ней, а мы за тобой. По земле. Вперед, вперед! Стой, лунная девочка! Что? Почему ты не вернешь подарки? Потому что не хочу. Но ты можешь попробовать их отнять. Эй, он мой, птичьи мозги! Нет, 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 нет! Герои в масках! Мне нужен дополнительный вес! Кошачий прыжок! А? Опять этот котеночек! Посмотрим, правда ли кошки всегда приземляются на лапы? Ковбой! Мотыльки! А? Кыш, кыш! Эй, нет! Гекко, прыгай на луноборд и улетай отсюда! Опять летать? Но я не умею! Давай, Гекко, уверена, ты сможешь, если попробуешь! О, змейки на скамейке! Это труднее, чем кататься на коньках! О, нет, я не могу! Гекко! Грег, ты как? У меня ничего не получилось! Хорошо, не переживай, мы с Олет все уладим! Скорей, за лунной девочкой! Ха-ха-ха!
хватит! Пора остановиться! Точнее, тебя остановить! Что происходит? Олет! Голова закружилась, Олет! Извини! Кошачий прыжок! Гекка, на помощь! Отпусти мой лунобор! Олет, что делать? Я сейчас вряд ли смогу что-то сделать. Голова слишком сильно кружится. Ты должен прыгнуть на лунобор и помочь Кэтбою. Опять? Но я не умею на нем летать! Откуда ты знаешь, что не умеешь, если все время спрыгиваешь? Ты должен попробовать. Ты сможешь. На помощь! Кэтбой! Ты права, Олет. Я просто должен попробовать ему помочь. Настало время героев! Супер-камуфляж! Куда подевалась эта ящерица? Что? Где ты? Он мой! Держись, Гекко, ты сможешь! Гекко, я сейчас сорвусь! Помоги! Но если я нагнусь, я могу упасть! Держись, немного осталось! Поверь мне, я постараюсь доставить тебя целым и невредимым! Гекко, осторожно! А знаешь, это прикольно! Воу! Но не просто! Главное не останавливаться! Осторожнее, стена! Черепашки в рубашках! Мы слишком высоко! Не паникуй, Гекко, а то упадем! Ты прав! Осторожно! Есть! Сейчас сядем! Аккуратно! Молодец! Я знал, что ты сможешь! Видишь, стоило лишь попробовать! Да! Мотыльки! Отпустите, негодники в масках! Все кончено, лунная девочка! Да! Твой луноборд у нас! Ты не сможешь подарки красть! Значит, у меня не будет настоящего Рождества! Я буду одна его встречать! Что? Тебе не с кем Рождество встречать? Что ж, мне тебя очень жаль. Слушай, может быть, ты его с нами встретишь? Серьезно? Да! Мы ведь должны вернуть все рождественские подарки адресатам! Поможешь? Мы встретим Рождество вместе! Что скажешь? Ну что ж, давайте! Тогда запрыгивай! Мы спасем Рождество! Да! Да! Ты неплохо овладел лунобордом, Гекко. Спасибо. Теперь я понял, что он улетный. Поскольку ты нам здорово помогла, мы отдаем тебе луноборд и магнит. Спасибо. А теперь вы улетите, и я снова одна останусь. Нет, мы пока не улетаем. Надо еще кое-что сделать. Девочка, правда ведь красиво? Наверное, ты прав. Но теперь Рождество и правда кончилось. А я так и не получила подарков. Ошиблась! Это коньки! Но я никогда не каталась. Не переживай, я тоже не катался. Но у нас все получится. Идем, попробуем. Герои в масках, вот эта ночь! Сегодня мы Рождеству смогли помочь! Да!
происходит? Это снег! Рождественский снег! Ловите снежинки языком! Медленный Гекко. Грег, звонок прозвенел. А? Смотри, какой трюк я освоил. А ну-ка вернись, мяч. Грег, учитель скоро придет. А вот я в этом не уверен. Смотри. Мне кажется, или он идет очень медленно? Супер медленно! Пока он дойдет, уже стемнеет. Эй! Он не единственный, кто двигается очень медленно. Что происходит? Ночью выясним. Герои в масках спешат помочь! Вперед, герои! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. А Майя превращается... в Олет! Да! Грег превращается... в Гекко! Да! А Коннор... Кэтбоя! Герои в масках! В городе так тихо, даже слишком. Погляди-ка! Ромео, что он задумал? Что бы он ни задумал, мы должны ему помешать! В Геккомобиль! Он был здесь. Кто-нибудь его видит? Эй, котеночек, не так быстро! Ха, дошло? До меня нет. Просто смотри. О, нет! Что он делает с бедным котом? Он в порядке. Просто движется очень медленно. Прямо как учитель и бабочка сегодня утром. Ромео с помощью своих часов все замедляет. Я с ним разберусь. Гекко, ты подкрадись сзади и уничтожь часы. А мы отвлечем Ромео. Нет проблем. Супер-камуфляж Гекко. Зачем ты все замедляешь, Ромео? Герои в масках. Вы как раз вовремя. Поняли? Вовремя. Я сегодня в ударе. Что есть, то есть. Ты так думаешь? Я все замедляю, потому что если все будут двигаться еле-еле, я смогу захватить весь мир. А когда я взорву часы в центре города, медленными станут абсолютно все. И останутся такими навсегда. Круто! Я ведь гений! Я 100 раз это говорил. Клянусь своим хвостом, у тебя ничего не выйдет. Гекко, давай! Где же он? Давай! Давай! Гекко! Я на кота смотрел! Он такой прикольный! Опять у вас ничего не получилось! Ой! Он уехал! Что случилось, Гекко? Я на кота смотрел! Он очень прикольно выглядел! Но, Гекко, ты дал Ромео сбежать! Будь собранней! Не волнуйтесь! У меня есть идея, как его остановить! На Геккомобиле у нас будет возможность незаметно подъехать к его лаборатории. Смотри, вот и он! Геккомобиль-камуфляж! Ты ничего не слышал? Нет, хозяин. Небось, опять герои в масках! О, нет, голубь! Кыш, улетай! Лети, лети! О, такое не часто увидишь. Стоп! Это герои в масках! Они попались! Он нас видит! Гекко, вперед! Взгляните на голубя! Он
летит или сидит? Кто знает? Забудь о нем! Смотри! О, нет! Опять у вас ничего не вышло? Если Ромео доберется до центра, он сделает медленным весь город. За ним, Гекко! Если б я мог, Геккомобиль теперь еле-еле ползет. Похоже, придется преследовать Ромео пешком. Вперед! Мы ведь направились в центр города. Куда спешить? Времени у нас завались! Ха! Понял! А, он решил остановку сделать. Итак, план такой. Нам следует атаковать Ромео с двух сторон. Мы с Олет атакуем его спереди, а ты, Гекко, спрячься и жди, пока я подам сигнал. Я понял. В этот раз я буду собран. А теперь максимальная скорость! Сейчас ты увидишь! Я могу поймать самый быстрый диск! Замедленный летающий диск? Отпад! Опять ты? Гекко, берегись! Убегай! Ой! Надо было быстрей, Гекко! Я должен научиться быть собранным. Счастливо, герои в масках! Я отправляюсь в центр города, чтобы устроить небольшой взрыв. Гекко, ты как? Я в порядке, только вот я стал очень медленным. Я сам виноват. Если бы я постоянно не отвлекался, мы бы уже поймали Ромео. Оставьте меня здесь. Нет, мы команда, мы тебя не оставим. Ты прав, Кэтбой! Я очень медленный, но если я соберусь, я могу помочь! Что ж, вперед! Настало время героя! Да! Ребята, кто-то из вас должен меня нести. Олет, ты отвлеки Ромео, а я с помощью своей суперсилы обезврежу часы. Кэтбой! Если у нее не выйдет, тогда ты должен будешь отвлечь Ромео. Хорошо, но ты ведь все еще медленный. Как ты доберешься до часов? Не переживай, в этот раз я отвлекаться не собираюсь. Опять ты? Кажется, пора тебя притормозить, птичка. Ну так попробуй, Ромео. В этот раз я не отвлекаюсь. Ты чуть в меня не попал, хозяин. Перестань жаловаться и помоги ее поймать! Хоть чуть-чуть быстрее! Они поймали Олет. Я должен отвлечь Ромео, пока Гекко не обезвредит часы. Но, хозяин, я ведь ее поймал. Опять жалуешься? Главное, что нам удалось эту птичку замедлить. Поймай, если сможешь, Ромео. Суперскорость! Хватит меня отвлекать! Я должен город замедлить! Опять ты? В этот раз ты меня не отвлечешь. Кошачий прыжок! Опоздали герои в масках! Теперь я сделаю медленным весь город! О, нет! Начинаем вечеринку! Она будет взрывной!
тебя получилось! Как ты туда попал? Ты все еще медленный! Хоть я и медленный, но поскольку я не отвлекался, я успел попасть сюда вовремя! Ой-ой! Класс! Есть! Я больше не медленный! Супер! Я Гекко! Я всех быстрее! Давай, я Гекко! Та-та-та-та-та! Я ненавижу, когда он так делает! Проклятые герои в масках! Это еще не конец! Я с вами поквитаюсь! Герои в масках, вот эта ночь! Мы снова всем смогли помочь! Привет, Грег! Привет! Ты опять принес мяч? Хочешь показать тот трюк? Конечно! Только позже! Сейчас время учебы! Ты прав! Молодец, что не отвлекаешься! Спасибо! А ну-ка дай пять! Да! Огромный Гекко! Грег, ответь! Это Коннор! Прием! А, куда моя рация делась? Хм! Есть! О, гадость! Грег, ответь! Хм! О, вот она где! Спасибо, Лайонел! Привет, Коннор! О, стоп! Я хотел сказать, я на связи, Коннор! Прием! Привет, Грег! Что делаешь? Убираюсь! У меня небольшой беспорядок! И мама завтра не отпустит меня на парад, если я не приберусь. Парад будет потрясающий! Ты хочешь увидеть платформу-ящерицу? Да! Она моя любимая! Тогда начинай убираться, а я в штаб сама ей. На случай, если какой-нибудь злодей решит сорвать парад. Вы в штаб идете? Без меня? Не смейте! Но как же уборка? Не волнуйтесь, я здесь потом приберусь. А еще я хотел камеру на парад взять. Она, наверное, в штабе. Я не нахожу ее здесь. Хорошо, герои в масках спешат помочь! Вперед, герои! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. А Майя превращается... Валет! Да! Грег превращается... А Коннор... Кэтбоя! Герои! Что случилось? Гекко, здесь такой же беспорядок, как у тебя! Ты же прибраться обещал! Да, я хотел это сделать позже! Пушка-загазушка Ромео, а это уменьшитель! Ты должен был их убрать в безопасное место! Да, я знаю, но... Ничего, мы с Олетой отправимся на парад, а ты приберись! Только с гаджетами не играть! Хорошо! Я не буду играть, я использую уменьшитель для уборки! Я Ромео, и когда я здесь приберусь, я захвачу весь мир! Ха-ха-ха-ха! Хм, интересно, что делает эта кнопка? Ай! О! А! Черепашки в рубашках! Теперь это увеличитель! Отпад! Привет! Я нечаянно выстрелил в себя из уменьшителя Ромео, но он меня увеличил. Теперь я большой! Не волнуйся, мы сделаем тебя прежним. Нет, мне очень нравится быть гигантским Гекко. Я не дам злодеям сорвать парад. Я огромный! Ой-ой, похоже, парад в опасности. Лунная девочка, Кэтмобиль! Один шаг для Гекко и гигантский прыжок для огромного Геккозавра! Парад будет нашим, мотыльки! Мы похитим платформы, а меня сделаем королевой! Поприветствуйте, лунное величество!
ящерицу. Она моя любимая. И не мечтай! Когда я их украду, то устрою на главной улице лунный парад и всех разбужу! Взять его! Хороших помощников сейчас не найдешь! Лунаборд! Мотыльки! Хватайте платформы и за мной! Давайте! Поднимайте! Вы совсем не стараетесь! Мы не можем позволить разбудить ей весь город! Но не волнуйся, у меня есть план! У меня тоже есть план! Большой план! Гекко, что ты делаешь? Хочу мусорку увеличить! Я сделаю ее чуть больше и закрою в ней лунную девочку и мотыльков! Ой! О, нет! О, да! Скорее, Гекко, уменьши его! Не волнуйся, я разберусь с этим позже! А сейчас надо увеличить мусорный бак! Герой в маске сделал большую ошибку! Стоп! Зачем мне лунаборд, если есть супер-мотылёк? Увеличитель мой! Только мой! Теперь я все платформы украду с помощью гигантских мотыльков! Ха-ха! И напоследок... До свидания, мой маленький! Теперь ты просто малюсенькая ящерица! Что теперь будем делать? Вернем увеличитель и сделаем меня большим! Нет, Гекко! Сначала надо придумать, что делать с мотыльками! Я понял. Олет, отвлеки мотыльков, а мы с Гекко вернем увеличитель. Когда они пролетят мимо нас, мы их уменьшим. Отличная работа, гигантские мотыльки! Эй, мотыльки! Слабо меня поймать! Что? Нет! Вернитесь! Суперскорость! Я возьму это, спасибо! Запомни, Гекко, когда мотыльки пролетят мимо, уменьши их! Понял, Кэтбой! Отлично! Я разведаю обстановку! Оу! Эй! Я придумал, как сделать план Кэтбоя еще лучше! А? Ха! Ну вот опять! Ящерки в ящике! Гекко! Гекко, ты в порядке? Да! Победа за мной, герои в масках! Парад будет моим! И только моим! Надо уменьшить мотыльков! Это единственный шанс! Но я снова потерял увеличитель! Вон он! А? И что теперь делать? Это все я виноват! Я не исправил ошибки, которые совершил! А? Стоп! Настало время героев! Осторожно, Гекко! Не следует его раззадоривать! Как раз это я и пытаюсь сделать! Птичка, птичка, птичка! Да! Ко-ко! Кэтбой, догоним лунную девочку! Молодец, Гекко! Ой-ой! Я и здесь беспорядок устроил! Супермышцы Гекко! А? Хороший голубь! А? Кэтбою и Олет нужна помощь! А ты подал мне идею! Крылья! Нет, нет, нет! А!
Ты никуда не улетишь, лунная девочка! Думаешь, банки меня остановят? Похоже, я тебе мозги уменьшила. Молодец, Гекко! Но и как нам теперь вернуть этого голубя? Ну все, больше ничего не увеличиваем. Пора вернуть этот гаджет в штаб и навести там порядок. Герой в масках, вот это ночь! Мы снова всем смогли помочь! Ого! Какой здесь порядок! Долго прибирался, но я все-таки справился и готов идти на парад. Ой-ой! Ложитесь! О, Лайонел нашел мою камеру!